Всю ночь татарстанские спасатели искали рыбаков, которых накануне унесло на льдине на Каме. Сегодня утром обнаружены тела двух мужчин. Поиски на дне проводила водолазная группа в составе 11 человек. Вчера вечером одного рыбака вытащили из воды и передали врачам. Причина отрыва льдины – колебание уровня воды в Нижнекамской ГЭС, которое привело к затоплению и разрушению ледяного покрова. В Татарстане большие вопросы возникли в эффективности работы сельских ДК. Сегодня на Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсуждали, как используется эта инфраструктура. Как указал президент, объекты работают недостаточно эффективно, а ремонт затягивается. Сегодня 80-летний юбилей отмечает госансамбль песни и танцев Татарстана. За десятилетие коллектив выпустил 4 поколения выдающихся артистов республики. Большой концерт сегодня пройдет в Театре оперы и балета.